Приветствую, друзья! Сегодня в этом видео я затрону тему редких и нечастых монет. Вы когда-нибудь находили редкие и нечастые монеты? Напишите это в комментариях. А сейчас мы поговорим о очень нечастой, а можно сказать редкой монете. Не все догадываются, что ей может быть 5 рублей 2014 года со знаком Московского монетного двора. Чтобы ее различить, вам не нужно больших навыков и опыта. Просто поднесите магнит к монете 5 рублей 2014 года с московским знаком монетного двора. И вы узнаете, улыбнулась ли вам удача или нет. Напоминаю, что она не должна магнититься магнитом. Стоимость этой монеты может достигать 25 тысяч рублей. В видео приведу несколько фотографий по проходам этой монеты. Ну а теперь вы знаете, что есть такая монета. И нужно смело искать редкие и нечастые монеты у себя в кошельке. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить комментарий.